Свадьба – это особенный праздник. В мире нет двух одинаковых историй любви, и каждая из них звучит как волшебная мелодия. Поэтому бракосочетание – это ее пик, крещендо, чувственное соло для двух голосов. Только от меня зависит, как она прозвучит в этот день, какие слова будут сказаны, какие чувства отражены. Во время церемонии молодожены снова и снова признаются друг другу в любви, и моя задача – создать идеальное обрамление для ваших прекрасных чувств. Я начинаю плести волшебную историю будущего брака с первой встречи с вами. Выслушиваю пожелания, узнаю, как зарождалась любовь и как она разгорелась. В моем сердце оживает музыка ваших чувств. Я хочу, чтобы на церемонии эту мелодию услышали вы и все ваши гости. Но главное вы – люди, соединяющие сердца и судьбы. Я ищу и нахожу слова, подходящие только для вас. И так рождается церемония, уникальная для каждого союза. По вашему взаимному согласию, сегодня, 10 июля 2020 года, я объявляю вас мужем и женой. Поздравьте друг друга первым супружеским поцелуем! Но главное, я хочу, чтобы в этот единственный в мире день вы были счастливы. Церемония может быть любой, но счастье должно оставаться с вами каждую ее минуту. И в этом моя главная задача.